Спартаком из Костромы и в прошлом туре. В матче 14-го тура первенства России по футболу среди команд футбольных клубов профессиональной футбольной лиги 2014-35 вратарь Виктор Комков, номер 71, капитан команды. Артем Добролович, номер 2. Андрей Леднев, номер 9. Михаил Пинчук, номер 12. Никита Дубчак, номер 17. Андрей Бочков, номер 25. Диего Маланья, номер 20. Алексей Житников, номер 4. Арбитр Сергей Костевич остался глух мольбам хозяев поля, которые требовали штрафных. Игорян делает неплохую передачу направо, но сегодня он остался в ризе. Касаемо того, как команды провели встречи предыдущего тура, я уже слегка обманывался. Еще раз конкретно, я в этом гости дома обыграли Тверскую группу с учетом 3-1. Внимание, атака Солярис и Левом Фоланган. Врывается Дубчак, падает в штрафной. И в данном случае Крупный отыгрывался в конце первого тайма. Команда из Уланова счет открыла, но практически сразу после перерыва Долгопрудный начнет целовать. Зарян выполняет выполнение против своей команды. Назад. Дубчак. Партнеров отдает назад. Потерял динамику атака гостей. И пока не пускают дальше центральной линии их игроки Долгопрудного. Далеко от Бойченко, отдает в центр. Голосов. Солярис будет атаковать, как только предоставится возможность. Ну и, вероятно, большими силами. Хороший перевод налево. Пытается обработать мяч. Никита Дубчак отдает назад на капитана. Коплов и назад. Неплохое забегание. Григорян. Перевод налево. Дубчак. Остав. Ну и максимально внимательно действует столб обороны. И Долгопрудовский. Его партнером, напоминаю вам, Сергей Пушков, чрезвычайно габаритный и мощный защитник, который очень здорово потворствовал. Нет вариантов, чтобы обыграться вперед. Придется делать передачу по флангу. Капков и мощный свечом зажигает над стером Солярса. Что ж, уже можно это назвать подходом к воротам соперника. Но пытается мгновенно ответить команда «Солярис». Этот матч потерял очки довольно обидно в матче с командами, с которыми, предположительно, Долгопрудный должен был набирать максимальное количество баллов, 9. Довелось мне ознакомиться с интервью, которое было опубликовано в официальном сайте Долгопрудного, об этом чуть позже. Ну что ж, забавный эпизод, еще не скажешь. Так вот, продолжу я свою мысль. Недавно интервью официального сайта Долгопрудного дал. Моменты присутствуют не в самом большом количестве, но они есть, но реализация действительно хрома. То есть и в матче против того же Спартака из Костромы были шансы у Долгопрудного победу выручить. Значит, 33-й номер. Еще варианты впереди. Яшин смещается в центр. Отличный подкат от Никиты Дубчака. Хорошая подача штрафной. Убивает мяч защитники Долгопрудного. Подбор за гостями. Горян тебе. Соперников. Очень много борьбы, которая пока складывается в пользу. Подача в штрафной. Удар. Не получается. Очень-то остается мяч. Хозяев, подкат. И арбитр не фиксирует нарушение правил. Всего лишь. Пулин обыгрывается с Ближним. Григорян налево. Дубчак. Ближним обыгрался. Леднев. Врывается вперед. Входит. Плохо разыграно. Оригинально. Быстро. Почти в касание. С выводом партнера на ударную и пульную позицию. Удар по ногам получает. Мяча сегодня является Айк Казарян, нападающий Солярис. Он же является получателем, скажем так, желтых. Очень внимательно действует в главном футболисте Солярис. Чак. Назад.
Корея. Пожалуйста, первая замена. Не дожидаясь перерыва, Андрей Мечелинов будет освежать состав своей команды. Тем временем, атака Соляриса. Григорян отвечает мяч. Нет у него поддержки, придется давать, скорее всего, вперед. Так и есть. Яшин, касание. Перевод мяча на правый план. Борьба и, наверное, куда? 15. Давай, штрафный Рогов. Мгновенно командует голкипер, командует Дениса Денисон. Сергей Сисиков, это же самое слово, и отбиваются. Гости, выдвигая соперника, отрывается вперед, Кукча. Остановился он. Далеко от правого флажка. Кукча, подача в штрафную. И два эта подача в голову закончилась. Капков. Давай, слева. Партнер. И пас назад. Вытесняют футболисты Благопрудного. Активно Дубчак просит передачу, получает он мяч. Смещается 17 метров в центр. Казарян хорошо в касание. Ну и теряет мяч. Костик потом. Капков. Покладу налево. Чак, Литвулин, получает по ногам, и мяч остается у Соляриса. А вот здесь уже гостей, более того, моментов опасных практически у ворот голкипера Соляриса Дмитрия Ильшова мы почти не наблюдали. Вышел на поле Эрик Корчагин, заменил. Подача. Да, я помню, это второй номер. Но, прошу прощения, это попадает человек Казарян. Контратака может получиться у Соляриса. Партнеров смещается в центр и обезмечен. Казаряна остается владение за гостями. Григорян и Вене. Ну и назад. Корчагин. Едва ли не первое касание мяча у него сегодня. 52-й Равиль Литвулин. 7-й Артак Григорян. 9-й Андрей Лятнев. 12-й Михаил Ильчук. 17-й Никита Дубчак. 21-й. Разная помощь футболисту Соляриса в меньшинстве, то есть пока на поле. Даже при этом они стараются прессинговать. Приходится Алексею Житникову мяч выбивать по ногу Соляриса. Номер 6. На позицию. На поле вышел Дмитрий Шестаков, номер 21. Для Скрягина довелось им играть левым такой неожиданно. Его очень сложно избежать. Ну, я конечно, видел. Впереди. С мячом гости. Подача в штрафную. Дотягивает уже мяч. И ловко. И... Палата становится. И кухня. Да, он очень понимает это.